самые крутые видео создавались только когда мы не знали, что нам снимать. Мы сняли 4 видео обалденных на канале. Можно было их и оставить. Это кроссовки, это арбуз, это куделябрики и это неудачный пранк, самый первый. Остальное даже присматриваешь и видишь эти и вздрагиваешь сразу. Не, в жопу, все, последний раз в этой квартире, не хочу больше здесь снимать. Не надо ночью снимать, правильно? Да, идеально, просто идеально. Самые говёные времена, когда снимаешь ночь и утро. Утро хуже. Самый худший. Короче, я так не вышел эти строчки. Вы меня учили после фараона их. Самый лучший вид, но самый худший. Самый лучший вид, человек не был. А, нет, был на концерте. До сих пор вспоминаю твое грустное лицо у бара. У меня вообще психоделика какая-то, Егор был на концерте. Я помню, тебя даже не видел. Ужасно, ненавижу толпу. Когда ты вот в таком положении концерт смотришь. А он не прыгал в толпу? По-моему, прыгал. Но у меня не на меня. Вроде прыгал. Макс! Да нет, это ужасно, когда концерт в таком положении смотришь. Тебя вот тут человек зажат. И вот здесь вот чья-то задница. И перед тобой вот такое лицо. Который вот так вот еще по тебе стоит. Ну, еще колбасой пахнет. Да. И это колбасой, которую он только что съел изо рта. И двухнедельная колбаса из-под мышек. Там такие различные разнообразные букеты из запахов эти. Это шашлык было, блядь. Там вообще же есть. Питерская молодежь. Бля, могу болен говорить. Короче, все. Вчера выводы сделали, сегодня выводы сделали. Подвернули. Да нет, я не буду конечно приходить в 8 утра. В 8 утра я хочу приходить, куда я хочу приходить, а... Мы даже никогда не снимали там, когда я жил на нас родителей, да? Бабушки. Мы не снимали здесь с утра никогда. Не напоминает твою виноградную квартиру. Когда заходишь, вечно каким-то виноградом пахнет. И самое интересное, там никогда винограда не было. Открываешь эту коробку. Потому что Кирилл журнал постоянно открывал. О, виноград! Нет, и открываешь эту коробку, и открываешь эту коробку с сырками, там вечно один перепяленный банан. Которому Егору уже не хочется есть. С августа лежит. Не было, не желтизна, ничего не теряется. Он уже впитался, так знаешь, такое пятно осталось. Знаешь, такой ужасный еще с зеленым хвостиком и с черной этой. Не, он в полку впитался, такой, знаешь, след уже от него просто остался один. У меня так, когда я очень долго соки не делал, у меня апельсин приварился к шкафу. К счастью, которая закрывает, он остался в ней. И самое интересное, это до сих пор менее отзирать его. Приварился. Ладно, все, пока. Врос в шкаф. Да, идите, Егор, забирай все камеры. Все, не будем больше снимать. Последнее собрание в этой квартире. Я сейчас вообще как было, если мне по яйцам попало. Че, я полежу чуть-чуть, погоди. Бля. Сейчас опять засну здесь. Сколько мы тогда тут посылались? Щемили. Где Даня тогда? Сипор в психбольнице. Да, он в той комнате. Знаешь, у него открываешь комнату, у него там как палата оборудована. Такая кровать на колесиках, знаешь, регулирующаяся. Чтобы его еду, короче. Я не помню, я снимал, как я выкидывал эту бутылку. Ну, прощайте. Хотя бы один последний раз открыл бы дверь нормально. Обуться забыл. Такое печальное на носках пошел по улице. С такой поникшей головой. Велосипед оставил и ботинки. В каске и пуп. Чего он опять пришел-то? Всем здорово, чуваки, начинается новый день. Мы только начинали снимать эту зиму. И совсем скоро, через 28 дней, мы закончим это делать. И будем создавать новый плейлист.
Время летит просто очень быстро. Прямо сейчас перед нами стоит задание пробраться в квартиру Оли, пока она находится в Питере, и забрать оттуда кроссовки. А, это Кирилл. Короче, я забрал кроссовки, и все, иду сейчас домой. Ну, короче, вы поняли, у меня 5 килограмм мандаринов, нет, апельсинов. Кстати говоря, у меня больше не осталось никаких вещей в Киришах практически. Круто, что электрон сразу приезжает на московский вокзал. Ты такой выходишь, встречаешься с Солей, и вы идете ваши 100 метров до вашего дома. Ничего не удаляет, никто ничего не прерывает, никто ничего не завершает. Мы продолжаем делать то, что делали. Просто мы будем перерождаться, просто будем создавать что-то другое, совершенно новое. Я заметил такую тему, то, что когда наши видео выстреливали, там до миллиона, до 500 тысяч просмотров и так далее, радости даже особо не было. Ты такое смотришь и думаешь, ну, круто. Потому что ты даже не кайфуешь от того, что ты делаешь. Как бы это, если даже это выстрелило, ты такой, типа, а, ну, прикольно. Почти дошел до вокзала с этим большим мешком апельсинов. Только я могу в Питер везти апельсины. Ну блин, экономия денег, какого хрена? Просто вчера купил, думал, сегодня буду пить весь день сок. В итоге его не пил, в итоге буду пить его завтра. Вот, поэтому...